Полгода у меня лежит паста Resin Art, и наконец я решила ее протестировать. Сделала глубокий молд для подстаканника, купила эпоксидную смолу на Wildberries. В подарок мне положили вот такой краситель. Сначала заливаю прозрачный слой, а потом перламутровый бирюзовый. Я не уверена, что получится какой-то красивый эффект, но мы же экспериментируем. Через 24 часа я достала вот такой подстаканник. Срезала края, и так как результат мне понравился не очень, закрасила заднюю часть черной краской. Вот так мне нравится гораздо больше. Прожилки стали черного цвета, и появилась глубина.